Здравствуйте, вас приветствует канал SPVComp. Хочу показать, как настроить эмулятор PC CX2 для того, чтобы поиграть в игру Звездные войны, эпизод 3, Месть Ситхов. Для начала нужно скачать эмулятор и архиватор. Это можно сделать с нашего сайта, ссылки я оставлю в описании видео. Разархивируем в корень диска C. Перенесу сразу туда папку States. Это горячие сохранения из той же версии, для того, чтобы сразу вам включить интересные моменты. Настройка. Выбираем язык. Русский, применить. Далее. Выбираем плагин. SSE3. Выбрали. Настройка плагина. OpenGL можно оставить. Авто. Ставим вот этот. Далее. Натив убираем. Четверку. Если будет у вас притормаживать, разрешение ставьте поменьше. 8 это не нужно. Хотя можно и сюда. Это Basic. Full OpenGL. Здесь Basic стоит. Все верно. Окей, теперь настраиваем геймпад. Если вы играете с реального джойстика, то на нашем канале есть видео, где показано, как его настроить. Я играю на клавиатуре, поэтому я буду настраивать его для клавиатуры. Сначала вы кликаете на ту кнопку L1, допустим, и теперь на клавиатуре какая кнопка будет L1. И дальше по аналогии. R1, R2, старт, селект, вверх, вниз, влево, вправо, треугольный крест, квадрат, 0. Эти кнопки обязательно для того, чтобы играть в Звездные войны. Вверх, вниз, влево, вправо, как и L3 и R3. Применить. Окей. Дальше. Звук оставляем в покое. Я играю среди образов, поэтому второй выбираем. Если вы играете с реального диска, то есть видео на нашем канале, как запускать игры с реального DVD-диска. Выбираем теперь плагин, вернее, BIOS. 2002 год. Завершить. Консоль мы выключаем. Не пригодится. Здесь мы ставим галочку, если вы с образом играете. Настройка эмуляции отключаем, преднастройки, потому что все вручную. Применить. Сброс. Здесь все по умолчанию. По умолчанию здесь ставим 1024 на 768. Применить. Спидхаки однозначно включены для более быстрой и комфортной игры. Все, теперь можно пробовать запускать. У меня уже скачана игра. Выбираю ISO-образ. Открыть. Все, игра запустилась. Теперь я при помощи горячих клавиш пропущу все заставки и сразу попаду в нужное меню. Менюшка замечательная. Я даже сделаю на весь экран. Допустим, так. Версус, ну давайте пускай у нас граф Дуку сразится, ну, с Дартом Вейдером. Будет замечательно. Можно выбрать уровни. Пускай будет этот уровень. Сейчас посмотрим, как будет работать у нас все. Вроде бы как великолепно. Никаких глюков, ничего нет. Просто великолепно. Сейчас мы вернемся сюда. Игра, вы видите, работает на 101-102%, то есть при желании можно еще немножко улучшить графику. Как это сделать? Нужно попасть в меню.
видеоплагина, и здесь можно уже поставить, допустим, на пятерочку. Тогда будет еще более четкое изображение. Пробуем. Да, до сих пор еще 100%, значит, мы можем позволить играть так. Делаем на весь экран. Сами можете наблюдать за четкостью и резкостью картинки. Вот вопросы, пишите в комментариях, я всем отвечу. Если нужно конкретное видео снять, как настроить какую-либо игру, вернее эмулятор для того, чтобы поиграть в таковой, я это сделаю. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал SPV Comp, заходите на наш сайт spvcomp.com.